Приветствую вас, да, это может свидетельствовать о том, что мужчине хорошо с вами. Ему хорошо с вами, ему хорошо физически. Вот, характеризует ли это его отношение к вам? Опять же, нужно больше информации о вас и о нем. Возможно, характеризует, возможно, нет. Потому что здесь вопрос из разряда гаданий, к сожалению, вот, так как непонятно, какие у вас отношения, какого рода у вас отношения, что вас связывает между собой, ну и так далее. Поэтому здесь, конечно, не все так просто, но я думаю, что и отношение к вам улыбка тоже характеризует, например, то, что мужчина вам доверяет, ну, потому что люди улыбаются, как правило, умиротворенно, когда они полностью уверяют себя другому человеку, так что в этом смысле можно сказать, что он вам доверяет, ну, по крайней мере, в сексе. То есть я не хочу сказать, что он не доверяет вам вообще, но просто дабы не сеять у вас какую-то ложную надежду, дабы не не вводить вас в какие-то иллюзии, да, вот, то скажу, что по крайней мере в сексе он вам доверяет. Он вам доверяет. Вот. Другой вопрос, не продиктовано ли ваше желание знать его отношение к вам тем, например, что вы не уверены в себе. Вот, если это так, то с неуверенностью в себе, вероятно, со страхами какими-то, если они есть, тоже можно было бы поработать, то есть можно было этот момент поисследовать, чтобы вы были более независимы, более самостоятельны в отношениях с ним, потому что, ну, мужчина может почувствовать, что вы не уверены в себе, и ничего хорошего, ну, как бы, не для вас, не для него это не даст. Ничего хорошего не принесет, точнее. Вот, поэтому тут момент только вот такой, по крайней мере. Вот то, что я могу вам ответить на ваш вопрос, да. Вот. За более подробной информацией вы можете обратиться, например, приватно к любому психологу, которого выберете на нашем ресурсе, допустим, будет проведен полный анализ ваших отношений с мужчиной, вот, и, соответственно, уже исходя из этого, можно будет делать какие-то выводы и предположения относительно того, ну, есть ли у вас, например, будущее или нет. Вот, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.